Школьники и студенты Подмосковья получат скидку в 99% на проезд, начиная с 36-й поездки, сообщает РИАМА со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева. Есть школьники, которые ездят очень много. Очень много – это больше 36 поездок в месяц. И они почувствовали повышение стоимости проезда. Мы нашли решение. Начиная с 36-й поездки в Подмосковье для школьников и студентов проезд будет предоставлен со скидкой 99%, сказал Воробьев. Глава Ленинского муниципального района Олег Хромов провел очередное еженедельное совещание штаба по строительству. С каждым заказчиком и подрядчиком, приглашенным на совещание, состоялся предметный разговор по состоянию дел на строящихся или реконструируемых ими объектах. Были озвучены имеющиеся место проблемы. Во дворце спорта «Видное» прошли соревнования «Веселые старты». 16 команд, почти 200 ребят приняли участие в соревнованиях. Челнок, эстафета с футбольным мячом, разгрузка арбузов, баскетболисты и прыжки через обруч. В таких дисциплинах выявлялись сильнейшие. По окончании соревнований победители и участники были награждены дипломами и медалями. «25 января в 17 часов в кинотеатре «Искра» города Видное отметят праздник всех студентов. На студенческий квартирник приглашаются все студенты, преподаватели и просто все желающие провести время интересно и весело. В программе интерактив, танцы и сюрпризы. Ведущий вечера – Олег Федоров.